В рамках данного плана сотрудники госавтоинспекции с самого утра осуществляют мониторинг улиц, автодорог, как местного, так и республиканского значения, на предмет состояния проезжей части. А также сотрудники ГАИ осуществляют координацию дорожных, коммунальных служб по содержанию улично-дорожной сети в зимний период. Госавтоинспекция призывает всех автолюбителей сообщать информацию о состоянии автодорог в специальные службы по короткому республиканскому номеру 125. Также жители города Гомеля могут оставить свои пожелания в официальном аккаунте СМЭП Гомель в мессенджере Telegram.